Добрый день. Знаете, есть такое выражение, где все познается в сравнении. Знаете, нет, слышали? Слышали. Это не в Библии написано, но... Слово, ну, как бы суть такая, на самом деле, правильная. Может быть, не все, но много что познается в сравнении. И что это я хочу сказать? То есть часто для того, чтобы что-то познать по-настоящему, нужно сравнить с чем-то. Правильно или нет? Ну, там элементарный пример – это, да, жизнь во грехе и жизнь без греха. Да, ну, как бы жизнь с Богом. Да, то есть почему там вот так все произошло в бытие, да, что вот Адам, он ослушался Бога и ушел из Божьего присутствия, да, и вот до сих пор мы это все осознаем сейчас, да, нам нужно понять, то есть мы даже Бога познаем на основании того, что мы его не знали, не знаем, не имеем этих отношений. И поэтому вот я и хочу сегодня размышлять над определенной темой, что нам действительно нужно, ну, мы действительно есть вот этот вот механизм познания через сравнение. Когда ты смотришь на одно, пребываешь в одном, и потом понимаешь, где тебе нужно пребывать. В чем тебе нужно пребывать. И я вижу, этот принцип в Библии очень сильно действует. И, ну вот, например, и я не хочу сейчас сравнивать вам плохое и хорошее. Я хочу сравнивать хорошее и лучшее. Понимаете или нет? Кто хочет лучшее? Знаете, есть тоже такая поговорка у людей, что лучшее враг хорошего. Ну, я думаю, это не духовная поговорка, не христианская, потому что лучшее – это лучшее. И вера нам как раз и нужна для того, чтобы мечтать о лучшем, для того, чтобы смотреть на лучшее и жаждать, желать лучшего. И не просто хорошего, но лучшего. Вот, например, что может быть лучше, чем сидеть в собрании, где проповедует сам Иисус Христос? Может быть что-то лучше? Нет, да? Но Иисус сказал, лучше для вас, если я уйду. Понимаете? Лучше для вас. Представляете, то есть вот уже круто, достаточно, когда сам Христос проповедует. То есть, ну, другими словами, что может быть лучше быть там в хорошей церкви, действительно в настоящей духовной церкви, где пастор, там, настоящий помазанник от Бога, да, идут чудеса, исцеления, знамения и так далее. И можно сказать, достаточно. Правильно или нет? Все, мне бы вот попасть вот в эту церковь, быть частью этой церкви и так далее. Но Иисус говорит, есть лучше. Что лучше? Что лучше? Что может быть лучше? Иисус сказал, лучше для вас, если я уйду. Почему Он сказал это? Потому что Он сказал, если я не уйду, Дух не придет к вам. Лучше иметь это внутри себя. Лучше быть этим, еще лучше. Понимаете? И вот в это лучше, знаете, вот мы иногда на хорошее согласны. И нам как будто бы достаточно. Но в том-то и штука, что на самом деле нужно желать лучшего. И нужно это понять, что будет однажды недостаточно просто хорошей проповеди или хорошей церкви или хорошей атмосферы вокруг. Опять же, хороший пример, знаете, круто быть, например, ну, болеть в хоккей, там, в футбол за свою команду,
которая выигрывает, побеждает, да? Ты смотришь этот матч, и они выигрывают, например, да? И ты радуешься вместе с ними, правильно? Очень сильно. Ну, кто по-настоящему болеет, тот меня поймет. То есть там люди и, ну, и телевизоры из окна выкидывают иногда, когда там проигрывает кто-то, и на улице выходят ночью с флагами, когда, вот я помню, наша сборная там что-то выиграла, все, помню, мы канадцев выиграли, помните или нет? В 7-м или 8-м году, когда мы там проигрывали 3-1, потом 4-2 проигрывали, и в итоге мы их выиграли 5-4. Вот что творилось вообще, правильно или нет? Помните этот Овечкин, прыгающий в борт без зубов, там этот, кто там был еще? Второй-то Ковальчук, который Россия, это для тебя, да, и вот эти эмоции настоящие, и нам нравилось быть причастниками, да, что это наши победили, правильно или нет? Круто, да, и все, вся страна объединилась вокруг этого, была хорошая атмосфера. Но лучше быть где? В этой команде, правильно или нет? Лучше быть в этой команде, и там еще круче быть частью, да, этой команды, команды, может быть, даже забить этот гол победный, который забил Ковальчук, да, и так далее. То есть, и вот вы понимаете, Иисус пришел построить команду. Сюда. Знаете это или нет? Потому что он не пришел просто показать, вот, что такое быть христианином. Он пришел собрать команду, команду, которая будет побеждать. Команда, которая будет такая, как он. Команда, которая будет вот, ну, им. Понимаете или нет? Он для этого пришел, для этого умер и ушел. Потому что он сказал, что лучше для вас, если я уйду. Понимаете или нет? Мы должны это понять. И самое лучшее для нас... Это если мы однажды заиграем во взрослой лиге. Правильно или нет? Просто. А вот тут уже что-то я смотрю в ваших глазах, нету энтузиазма, нет уверенности. Все как-то, ну, не хотят даже. Мы, ну, я понимаю это, потому что это вызов на самом деле. Мы готовы часто слушать, мы готовы быть частичкой этого, да? Мы готовы просто вот относиться к этому как к части своей жизни. Но заиграть в команде Иисуса, кто хочет? Может поднять руку кто-нибудь? Нет. Я запомнил. Сегодня же прошло. Вы знаете, я помню, я в детстве однажды, мне было, я не знаю сколько лет, может быть 11-12. Это были 90-е года, и американцы приехали евангелизацию делать у нас в парке. Это было что-то новое, это вообще, ну, первые разы. Какие-то столкновения вот с христианством именно в таком виде, да, и они делали там евангелизацию, и ничего практически не помню, но помню призыв. Один проповедник, видимо, да, как я сейчас уже это понимаю, такой, как я, наверное, который вышел и делал призыв, и говорит, и он так немножко бил на больное, так сказать, то, что... Говорю то, что не смотри на тех, кто вокруг тебя, да, кто как поступает, кто как думает. Вот просто есть ты и Бог. И если ты хочешь сказать Богу «да», выйди вперед, сделай несколько шагов вперед. Знаете, есть такая штука проповедническая, да, они так тебя немножко выдергивают на какое-то решение, на эмоции. И вы знаете, я помню, я вышел тогда. Я помню, это были мои ребята, был мой коллектив, как бы мы сидели на лавочке, тут, наверное, как-то сбоку этого всего, там семечки грызли. Но когда вот он это вот призывал, я помню, я не смог, я понял, о чем он говорит, и мне показалось это так важным. И может быть, ну, тут на самом деле не то, чтобы я так все, ушел такой от своих ребят, но мы, наверное, не сидели, может быть, мы стояли, но я так все равно это сделал, может быть, заметно, незаметно, но я это сделал. Не знаю, может быть, поэтому Бог меня тоже как бы вот позвал, призвал, не знаю, может быть, просто во мне изначально это заложено, да, вот это вот желание отвечать на его призыв. Но хотелось бы мне, и я вот верю сейчас, что как будто я чувствую это, вот я и в прошлый раз это на проповеди говорил, что что-то происходит. Я так верю, я так вижу, что как будто Иисус сейчас вновь собирает свою команду.
вновь хочет что-то сделать, потрясти, как будто бы вот земля и все творение, оно устало. И помните этот стих, который мы закончили в прошлый раз, что вся тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Вся тварь ожидает. И все творение ожидает, когда взрослые христиане поднимутся. Когда вот заработает то, что он посеял. Да, и я знаю, что мир сейчас достаточно сильно заевангелизирован уже. Сейчас уже многие люди слышали Евангелие. Так же, как все вы уже слышали Евангелие. Многие люди уже ходят в церковь, зная Евангелие. Да, и находятся в церкви. Но точно так же я знаю, что многие люди не имеют полноты. Не имеют полноты именно той, в которую Бог нам пообещал, которую Бог хочет, чтобы у нас была. Но первое, для того, чтобы мы ее получили, мы должны понять, вообще она есть или нет. Как вы думаете, есть она или нет? Есть. Ты сказал. Но это правда. Почему я вас вот пытаюсь вывести на это, спросить вас, вот, чтобы вы понимали, есть или нет. Ну, действительно, мне пришлось на этот вопрос однажды поставить его перед собой. Вот все вот это вот христианство, это все, что вот я сейчас знаю, то, как я живу, вроде нормально все, хожу в церковь, иногда проповедую, есть откровение от Бога, есть отношения, но что это все? Это все, ради чего умер Христос? Это вот для этого нужно было посылать Сына Своего, чтобы Он умер для этого? Или есть что-то больше? Есть что-то лучшее? Поэтому, ну, первое, что я хотел бы, чтобы мы поняли, что мы можем об этом мечтать, можем этого желать, можем этого хотеть, можем этого просить, но это ответственность. И я поэтому, ну, знаю, что многие сейчас еще не захотят, вот из вас, да, кто сейчас вот слушаете, вы меня, этого вот даже попросить, потому что а вдруг действительно Бог начнет давать. Понимаете, мы больше на самом деле боимся, если Бог начнет отвечать. Нам больше, вот знаете, когда со мной это стало происходить год назад, когда вот, ну, так получилось, что один вот дедушка, там, да, который за меня молился, епископ, все это так вот как-то в обыденной жизни, но когда он мне сказал, когда я вышел, и когда он, прежде чем положить на меня руки и молиться, он сказал: ты понимаешь, что это серьезно? Мне убежать захотелось. Потому что, ну, а что будет-то? Я не знаю, что там будет. Меня все устраивает, нормально все. Но я понял, что бессмысленно противиться этому, бессмысленно противиться лучшему. Поэтому вот хочу это передать, что мечтайте о лучшем, о большем, о том, что нужно нам понять в сравнении именно, что Бог хочет. И сегодняшняя тема, потому что это еще не тема, это просто вступление, называется «Не знаете, какого вы духа». Помните историю такую, что ученики однажды с Иисусом шли, это сказано было ученикам, его команде. Мне очень нравится вот это, что, знаете, некоторые вещи говорились чисто вот ученикам, остальным людям это не говорили. Не говорилось. Поэтому я тоже сегодня понимаю, что вот эта тема, которую я сегодня говорю, это на самом деле больше относится к людям, которые хотят быть в команде Иисуса. Просто которые вот имеют вот это вот желание быть в этой команде, и все, больше ничего не нужно. А, к сожалению, вот просто для тех, кто хочет просто вот, ну, посмотреть матч по телевизору, это, в принципе, мало что даст сегодня. Но кто хочет быть в команде, это, я считаю, что откровение, которое необходимо именно для того, чтобы двигаться. Потому что это слово для тех, кто хочет двигаться. Для тех, кто хочет двигаться по духу, в духе, духовно и осознанно. Потому что действительно Иисус говорит, вот помните, да, как там была эта ситуация? Они проходили в одно селение, попытались войти в Самарии, по-моему. И вышли люди из этого селения и сказали: не надо, не уходите отсюда, не хотим мы вас принимать.
И ученики, помните, что захотели тогда сделать? Они к Иисусу подошли, их так жаба задушила, их так это напрягло, что кто-то, они же с Иисусом ходят, тут чудеса, знамения, проповедь, они так привыкли к привилегиям, к тому, что везде принимают, к тому, что все круто складывается, и вдруг вот не принимают их тут. И они двое подошли к Иисусу и говорят: дай мы сейчас это с неба огонь попросим, чтобы спалить все вообще там, всю эту деревню. И Иисус говорит: не знаете, какого вы духа. Не знаете. Вы... И вот, в принципе, вот на этом я хочу построить сегодняшнюю тему. Что если мы хотим в команде Иисуса быть, мы должны понять, кем мы должны быть в команде Иисуса, какого мы должны быть духа. Потому что вот это вот желание спалить эту деревню, и это нам сейчас так, ну, так вот ужасно, в 21 веке так это все звучит, но... По сути, это просто реакция. Реакция людей на непринятие их. Да? Реакция на вот, непринятие Иисуса даже. Понимаете? То есть ревность за Иисуса, ревность за Бога такая, да? Вот такой дух определенный, да? И вот Иисус как раз их здесь поправил. Вы не понимаете. Вам еще нужно что-то узнать. Вам нужно еще понять, в каком вы духе двигаетесь. И вот об этом я хочу сегодня говорить. И для этого я хочу сравнивать двух персонажей. Это Илью и Елисея. Двух пророков. Я, помните, я вам уже вот давно уже говорил, и подбираюсь я все-таки к этой своей теме, и вижу, что вот, ну, сегодня нету никаких преград для того, чтобы начать говорить об этой теме, что мне стало открываться... что вот этот путь Христа, он есть во всей Библии. Путь Христа на земле. Да? И помните, я говорил, что вот Иоанн Креститель и Иисус – это то же самое, что Илия и Елисей, как два прообраза друг друга. И помните, я еще говорил, что еще один прообраз – это Саул и Давид. Вот. До этого момента мы с вами вот добрались, и я бы хотел, чтобы мы начали в это погружаться. Я все думал, как приступить мне к этой теме, потому что, если честно, когда мне начало все открываться, я очень сильно начал быть напряжен на Иоанна Крестителя. Я понял, что этот персонаж не такой уж положительный, как сначала кажется. И потому что, когда я начал видеть, что это примерно то же самое, что и Саул, а Христос Давид, да, то мне начали открываться определенные вещи, и я начал, ну, как быть немножко зол на него, да. Но вот сейчас я рад, что как бы вот у меня дух чуть-чуть изменился по этому отношению. И я рад, что у меня, например, сейчас в последнее время очень сильно изменился дух к Саулу. Я полюбил Саула. Я стал любить Саула. Потому что я помню, вот изначально, когда я слышал вот эти истории про Саула, который гнал Давида, преследовал его, давил его и делал ошибки, я его тоже осуждал. Но сейчас так вот Бог, я верю, что развернул мое сердце, что не такой уж он и плохой, а Иоанн Креститель не такой уж и хороший. А Илия тоже не такой уж и полноценный. И вот именно на этом фоне я хочу строить сегодняшнюю проповедь. Помните, да, в чем суть заключалась, ну, как бы вот основной такой момент Илии и Елисея, да? Помните вот этот переход из Илии в Елисея, когда Илия заканчивает свое служение и передает свое служение Елисею. Помните, я уже говорил, он попросил два духа Елисея. Не буду тянуть. Что-то мне почему-то хочется как-то затягивать, на самом деле тут так много говорит. Мне хочется, чтобы вот вы въехали полностью в эту ситуацию. И вот он попросил два духа. И двойного духа, да, я извините, что так говорю, двойного духа. Пусть он сказал, тот дух, который на тебе, будет во мне вдвое. И вот христиане очень любят эту историю. Я уже говорил, да, про это как-то, да, я был на конференции, в которой там люди бегали через людей, на которых... возлагались руки для того, чтобы вот один раз пробежали, на них возложили руки, и второй раз пробежали на них, и это назвали все двойным помазанием.
И, ну, опять же, это на самом деле вот ни в коем мере не отражает вообще то, что мы там видим. И вот как раз я хотел разобраться, что означает вот это двойное помазание. Что на самом деле это больше не количество. Хотя вот теологи раскопали такую вещь, как бы, что Илия за свою жизнь, там, да, вот описанный в Библии, сделал там, по-моему, 7 чудес. 7 таких вот моментов, которые были. А когда посчитали чудеса Елисея, их оказалось 14. И 14 было это уже когда он умер, знаете, в его могилу несли через поле человека. Человек увидели врагов, бросили этого человека. Человек скатился в могилу Елисея, дотронулся до костей Елисея и воскрес. Вот такая вот ситуация, вот такое последнее чудо было Елисея. Ну вот теологи любят вот так вот сравнивать. Но вот эта вещь, которая... Я хочу рассмотреть, это именно качественное изменение духа. То есть, что происходит? Итак, смысл того, вообще, почему мы об этом говорим? Потому что это переход, как я уже сказал. В Новом Завете написано, что, ну, помните, там, Илии должен прийти перед Христом, да? И Иисус сказал, ну, я вам говорю, Илия уже приходил, и не признали его, да? И он говорил про Иоанна Крестителя. И, значит, Библия нам вот показывает, что вот Бог, он движется вот этими вот так же движется, такими же моментами. Из Илии в Елисея, из Иоанна Крестителя в Христа. И такой путь он повторяется. Из Саула приходит Давид. И почему я об этом говорю? Потому что церковь должна сделать такой же переход. Церковь должна себя осознать, в каком духе она находится, в каком духе она ходит, в духе промежуточном, вот это подготовки к тому, чтобы восстала вот эта истинная церковь Христа, или уже в этой в истинном образе. Знаете, вот просто по умолчанию и по человеческой логике мы можем сказать, да все, мы уже в Новом Завете, и вот оно, уже данность есть. Но знаете, по делам, по результатам мы точно еще не являемся вот этой церковью Христа на земле, именно вот этой вот настоящей церковью, которая есть Христос. Да, телом Его, которое, ну, действительно, вот ни у кого вопрос не возникает, когда каждое колено преклонится пред Христом. И вот поэтому я бы хотел вот тут вот с этим немножко разобраться. Итак, мы смотрим служение Илии. Я вам просто как домашнее задание могу сказать, почитайте Третье Царство. Вот прям найдите, где начинается с того момента, где рассказывается о пророке Илии, и вот дочитайте до конца, как бы, пророка Елисея. Потому что много нужно прочитать и увидеть самим. Я просто вскользь пробегу эти места для того, чтобы вот увидеть эту нить, увидеть эту суть. Итак, как двигался Илия? В каком духе он двигался? Что мы можем сказать? Помните вот его вот эти движения, чудеса? Первое, по-моему, что он сделал, это он закрыл небо. Знаете или нет? То есть он сказал то, что не будет дождя 3,5 года. Пока вот он помолился так, и так стало. Да? Потом, вот, то есть вся жизнь его, да, так, потом он там прятался от царя это время, потом, когда он выходит, помните, мы тоже смотрели эту историю, где... Он предлагает это состязание пророкам Ваала, их 400, он один, сжигают жертву, огонь с неба сходит или вызывает огонь с неба. То есть мы видим, да, дождя нет, огонь с неба сходит, жертву сжигает, пророков всех под нож. Но это Ветхий Завет, это духовные битвы. Потом он... Царь вроде как бы, да, видит, там написано, потом он бежит
перед колесницей царя, добегает до дома царя. Царь рассказывает это все Иезавели, своей жене. Жена говорит, до вечера не доживет. Или посылает ему предупредить, до вечера не доживет. Или убегает, или депрессия, другими словами. Написано, он ложится под можжевеловый куст и просит себе смерти у Бога. Забери меня, я устал, я уже не могу. Я не знаю, правда это неправда, но я слышал от проповедников, что вот можжевеловый куст обладает такими свойствами, что если под ним уснуть, человек может не проснуться. То есть какое-то действие вот этого куста. Другими словами, Илия пытается закончить жизнь самоубийством. Есть такая версия. Но, тем не менее, хотел, не хотел, смерти просил. Правильно или нет? То есть это факт. Ему Бог говорит, потом он идет, там Бог ему говорит, иди туда-то, его там ангел покормил, он идет 40 дней до горы, там встречается с Богом, мы тоже это посмотрим, потому что это тоже имеет значение. Потом там еще был один момент, где уже другой царь посылал к нему отряды, он там что-то, я не помню, что он сделал, или... А, он просто наехал на этого царя, этот царь там что-то опять с идолами пытался вопросить каких-то идолов, или узнал об этом, передал, что ты куда вообще, ты что, и напророчествовал ему очень плохие вещи про него, и этот царь посылает к нему, написано, 50-ок, знаете, 50 человек, вооруженных, наверное, потому что привести пророка, и израильтян, грубо говоря, и знаете, что делает Илия? И они приходят, ты человек Божий, он говорит, ну если я человек Божий, то огонь с неба и пусть и попалит вас. И вот так происходит, то есть 50 человек просто сгорает от огня с неба. Второй раз царь посылает 50 человек, говорит, дайте приведите еще раз. Второй раз сжигает Илия 50 человек. Третий раз царь посылает 50 человек. Но там нашелся уже мудрый человек, который пришел к Илии и говорит, ну не жги нас, пожалуйста. Тут ты же, мы же, у нас царь посылает, мы ничего сделать не можем. Тот говорит, ладно, я не буду жечь и так далее. То есть, поняли, нет? Я немножко вам вот так служение Илии чуть-чуть описал, какого рода были деяния. Я не хочу сейчас говорить на ту тему, насколько это было нужно или не нужно. Я верю, что это рука Божия для определенного времени. Нужно было действовать таким образом. Я хочу это сказать, то есть в каком духе действовал Илия. Правильно или нет? То есть он действовал вот в этом духе, таком на самом деле жестком духе, правильно? Давление, дождь, неба не будет, дождя не будет, небо закрыто, народ страдает, правильно или нет? Сжигает эти 50 человек там. Ну, то есть он боролся, в принципе, с вот этим мышлением идолопоклонническим, да, именно с вот этими мерзостями, нечистотами, и по-другому там нельзя было. Он готовил платформу, другими словами. Точно так же мы смотрим служение Иоанна, примерно так же. То есть, зачем Богу нужно было делать служение Иоанна, Крестителя? Почему Новый Завет начинается с служения Иоанна Крестителя? Потому что вот такой принцип вещей у Бога. Для того, чтобы пришел Христос, ему нужна подготовка, нужна платформа. Понимаете? Для того, чтобы Христос он смог эффективно свою работу сделать, нужна подготовка. И мы видим, что Иоанн Креститель делает эту подготовку. Правильно или нет? То есть его проповедь тоже в чем заключалась, помните или нет? Она тоже так, в таком духе. Лопата занесена, топор при корней, чего бежите от гнева, вы порождение ехидны, там и так далее. То есть, и мы видим, вот этот Илия Висфивитянин, он ходил тоже, кожаный пояс у него был и весь в волосах. Точно так же и Иоанн Креститель тоже ходил вот в этой вот одежде из верблюжьего шерсти и был припоясан вот этим поясом. То есть это о чем говорит? Это вот и говорит о его доспехах, грубо говоря, духовных, и о его духе. Понимаете? То есть вот это жесткий колючий дух. Это Божий дух. Это дух для определенной Божьей работы, который необходим для того, чтобы сделать эту Божью работу. Но вот то, что я хочу сказать, то, что увидел Елисей, например, да, это вот как раз именно то, из-за чего он попросил два духа. То есть он увидел, как я это сейчас вижу, как я это хочу преподнести,
Почему вот он просит два духа? Ведь на самом деле Илия был достаточно крутой. И в то время там никто не мог с ним сравниться вообще по делам. Просто это вот что он говорил, то и делалось, понимаете? То есть, другими словами, я бы мог это хотел сказать, что Илия двигал небом. Илия, он вот в этом своем духе, он заставлял, то есть вот как ученики, что они захотели? Давай мы скажем туда, чтобы огонь пришел оттуда и здесь все сжег. И вот этот дух, это вот я хочу сравнить вот с духом церкви, которая не находится в полноте, которая не знает, какого она духа на самом деле, и которая может быть просто или просто в определенном времени, в котором находится церковь, когда она выполняет вот эту определенную работу Божью. Но я вижу, что нельзя, церковь не может всегда пребывать вот в этом состоянии, вот в этом духе. Почему? Потому что это не полный дух. Это не дух победы. Это дух, который как бы вот, он ограничен, там есть как бы нехватка силы, нехватка вдохновения. Почему? Потому что мы видим, что случилось с Илией. Помните или нет? Он устал. Он говорит: Бог, забери меня. Я не хочу больше, я устал, я не могу больше. То есть он воевал, он выполнял Божью работу, он двигался в Божьем видении, да, для этого времени, но вот он однажды устал, он выдохся. И опять же, вот знаете, вот этот перелом, для того, чтобы нам вот все это охватить, так посмотреть, в какой момент там происходит вот этот перелом, что когда он устал, когда он, к нему приходит эта осознанность, что он больше не может, что его служение закончено. Когда вот небо закрыл, потом вот этих вот пророков 450 Ваала он победил, и написано, вот после того, как эти, вот тут он одержал эту победу, жертва сгорела, все увидели, что рука Божья над Илией, что он пророк, что Бог через него говорит, что нужно покаяться народу, да, что нужно обратиться к Богу народу, да, что нужно понять. Он, и вот даже царь это увидел, Ахав тот, который был вот во всем этом. И написано, что Илия, вот дождь пошел, он там молится, вызывает дождь, 7 раз там слуга, облачко пошло, начинает накрапывать, и написано, и Илия побежал, и была написана рука Господня на Илии, и Илия бежал перед колесницей Ахава. То есть мы видим, что вот Илия, он совершил этот свой труд, да, определенный для Бога, и вот он радостный, я не знаю, радостный, не радостный, но он бежал перед колесницей Ахава. Написано, то есть царь ехал на колеснице домой к себе, после всего того, что увидел, вот дождь полился, все, окна открылись небесные, народ покаялся, идолы как бы вот были какие-то, да, уничтожены эти пророки Ваала. И вот такая картина, что бежит этот Илия перед колесницей Ахава. Вот я не знаю, как увидеть эту ситуацию, но я ее вот в определенном контексте увидел вот именно таким образом, что вот бежит Илия перед этой колесницей, то есть, другими словами, вот посмотрите, наконец-то меня признали. Правильно или нет? Можно так сказать? Одна из версий. То есть, это дух. Это духовное состояние, когда человек хочет признания за ту работу, которую он сделал, даже если это Божий человек. И вот он бежит перед царем, он все сделал, царь увидел, что Бог с ним, все, вроде как бы, потому что он до этого там 3 года скрывался от царя, потому что он же небо закрыл, и все его искали для того, чтобы вот, чтобы он открыл небо, чтобы дождь пошел. Никто его найти не мог, потому что написано, Бог его прятал. И вот он бежит перед этой колесницей Ахава, и написано, что добегают они до дома, где был царь, и царь рассказывает все Иезавели, своей жене, вот этой вот злющей женщине, так сказать, которая вот действительно против Бога, и которая есть корень как раз вот этого всякого зла, и она говорит то, что клянусь, что не доживет или до вечера, посылает к нему этих, то есть, и тут что-то случается с Илией. Вот он, да, вот представьте, как меняется как бы картина и состояние Илии. Вот он все сделал, победы наладил, бежит, радостный, царь его признал, он даже перед колесницей написано бежал, то есть даже впереди царя. То есть это вот, вот так вот описывает для меня это символы определенные.
И тут вдруг какая-то женщина, которая, ну, не какая-то, но опасная очень, но очень жесткие слова против него говорит, и мы видим, что депрессия, он все говорит, не могу, и уходит, вот он, вот в этот момент он ложится под этим можжевеловый куст и говорит, все, Бог, забери меня. Всех убили, пророков не осталось, я один остался туда-сюда. Вот это вот слово он говорит. И вот после этого как раз там он идет эти 40 дней, приходит там в пещеру, и вот он 3 раза, по-моему, произносит эту свою молитву, что «забери меня, я устал, всех пророков убили, никого не осталось, кроме меня». Но Бог ему потом сказал, что «остались». Спокойно, или остались. Я сохранил для себя в Израиле, там написано, 7 тысяч или до 7 тысяч, которые не преклонили свои колени перед Ваалом. Ну, другими словами, то есть вот, и мы видим вот эту вот, ну, я не знаю, для меня это вот чуть драма такая духовная. Как бы путь вот этот вот, или как он движется, именно как тот, кто должен делать вот определенную работу, и вот эти вот проблемы, с которыми он сталкивается. И вот там Бог ему говорит, иди, помажь того-то в цари нам на Тирии, того-то в цари на Самарии, и в пророке вместо себя Елисея. То есть он ему уже все говорит. Вот. И я не помню, по-моему, он... Я знаю, что вот того царя, которого Бог сказал над Сирией и над Самарией, ставил уже Елисей. Я не знаю, поставил ли их или надо будет посмотреть, ходить, покопать. Но другими словами, можно даже сказать, что он не доделал даже работу, ту, которую надо было доделать. Все, вот то, что он сделал, это он, проходя, когда нужно было позвать Елисея, он кинул на него свою милость. И Елисей сказал... Все, я понял. И, ну, не так, это я своими словами. Он говорит, я пойду поцелую отца и мать. Илия так еще отвечает. И вот, ну, когда вот он так отвечает, я теперь понимаю вот этот дух, в котором жил Илия. Знаете, он, когда ему Елисей говорит, да, я хочу на служение, я иду на служение, но я пойду поцелую отца и мать. И Илия ему такой говорит, то, что иди делай, что хочешь, мне-то что. И теперь я вот чуть-чуть понимаю, в каком состоянии, вот почему вот такое слово он сказал. Ну, то есть вот он просто был жесткий. Он просто был жесткий, уставший от служения христианин, который умел, ну, сделал много великих вещей, которые Бог через него сделал, но вот дальше двигаться ему не хватило духа. Я это хотел бы заключить так. Не хватило видения, не хватило понимания, не хватило духа. И потому что Елисей, когда просит вот этого двойного духа, он говорит, вот такого духа, как у тебя, только в 2 раза больше. Можно здесь так сказать или нет? То есть, другими словами, Елисей увидел, или нам Библия показывает, да, и говорит об этом, что вот... Есть полнота духа, а есть неполнота духа. Знаете, вот христианство, оно хочет вот так иногда понять, там, ну, если меня Бог крестил, там, Святым Духом, у меня было крещение, я начал говорить на языках, там, ну, все, значит, я уже, то, что есть, не факт. Потому что, ну, есть вот эти первые какие-то моменты, первые столкновения, да, а есть полнота, понимаете, есть полнота. И то же самое доказательство мы видим вот в Иоанне Крестителе и в Иисусе. Знаете, как Иоанн Креститель, он говорит про Иисуса? Он говорит то, что ему Бог дает духа без меры. Знаете, да, что вот как бы, это даже не Иисус сказал про себя, что Бог дает духа без меры. Это Иоанн Креститель засвидетельствовал об Иисусе, когда его спрашивали, а почему вот этот, которого ты крестил, сейчас приобретает и крестит учеников больше, чем ты? И он говорит, человек не может на себя принять больше, чем ему будет дано от Бога. Он говорит, друг жениха, он только на время может быть с невестой. Потом, когда жених приходит, все, друг должен отойти в сторону. Потому что, и потом он тоже там говорит, что потому что ему Бог дает духа без меры. Без меры, полнота духа, другими словами. И мы видим вот это вот в Илии. В Илии, в Елисее. Теперь я бы хотел вам показать, обратку, какие дела делает Елисей для того, чтобы вот вы поняли дух.
Значит, первое я не буду, потому что вы можете подумать, что это тот же дух. Но вот, например, этот сжигал пятидесятки эти, да, людей, израильтян, которые были за ними посланы. Как, очень похожая ситуация происходит однажды с Елисеем. Когда Елисей там находился в своем городе, ему Бог открывал, и он помогал своему царю бороться с сириянами, которые нападали на Израиль в то время, разграбляли. И Елисей ему подсказывал, откуда будет нападение, в какой момент, давал вот эти предсказания. И вот сирияне, они были в шоке вообще. Там советовались, он говорит, да как так, они все знают, откуда мы нападем, где мы нападем, мы что-то это. А ему говорят, да у них глаза есть у нас. Как? Они говорят, да у них вот пророк есть, который все точь в точь, что мы здесь с тобой вот в комнате решаем, он ему передает. И говорит, все, давай, надо того пророка убить. И вот эти сирийцы посылают свою армию, окружают город Елисея, весь город, целой армией. И слуга, помните, который был у Елисея, он испугался и говорит то, что ну все, нам кирдык. И Елисей ему говорит, спокойно, ибо тех, кто с нами, больше, нежели с ними. И открывает ему глаза, ну, говорит, и просит молиться для того, чтобы Бог открыл глаза слуге. Он открывает глаза слуге, и слуга видит там всю гору, тоже окруженную ангелами, там, да, войсками, легионами там, и так далее. Но здесь ситуация не заканчивается. Как воюет Елисей, как движется Елисей. То есть Елисей молится за то, чтобы Бог ослепил врагов. Потом приходит к этим врагам, говорит, вам вы не сюда пришли, вам надо туда. И ведет их сам. Приводит их в тыл, где находится вся, грубо говоря, израильская армия. И потом открывает им глаза, и они видят, и они уже все окружены армией. И царь тогда говорит израильский, говорит, ну все, давай мы их сейчас замочим всех здесь. Елисей говорит, нет. А знаете, что он говорит? Покормите, говорит, их. Покормите их и отпустите. Потому что разве ты их пленил? Не ты. Поэтому делай так. И тот делает. И написано, после этого эти сирийцы уже никогда не нападали на израильтян. То есть, да, вот я вам для сравнения привел, как действует Илия в своем духе, в своем представлении, в своем видении, да, когда за ним посылают там людей, да, пытаются его уничтожить, забрать там царю. И здесь даже более жесткая ситуация, когда действительно враги, когда действительно можно было вот прям, ну, то, вот на этих людей точно можно было огонь сводить, правильно или нет? С неба просто попросить, и огонь бы сходил. Нет, он их ослепляет, приводит и кормит. Понимаете, это примерно то же самое, что вот Иисус говорит, то, что любите врагов ваших. Понимаете, любите врагов ваших. То есть вы начинаете двигаться, действовать в другом духе, в другом видении, в другом просто понимании. Не будьте вот, ну, не так смотрите на вещи. Или Елисей, когда начинает тоже свое служение, написано, он был в городе в одном, вот тоже связанное с водой, если этот закрывает небо, да, и народ не может взращивать земли, там, да, народ страдает, хотя вот, ну, там, у него царь гонится, но страдает весь народ от вот этого видения Илии. И Елисей, который, когда тоже начинает свое служение, написано, он пришел в один город, к нему пришли пророки и сказали, у нас вода отравленная. Помните или нет? Mm-hmm. И он берет соль, щепотку, бросает в воду, и вода исцеляется, и город начинает процветать. И это вот опять же, да, сравнение того, как действует Илия и как действует Елисей, то есть в каком духе он ходит, что он начинает решать, не просто вот доказывать другим, насколько, ну, неправильно, да, идти против Бога вот с этими там идолами, да, и говоря, что, ну, с вами будет еще хуже, другими словами, понимаете? А, ты не слушаешь, понимаете или нет? То есть вот этот дух, да, а, ты не слушаешь, ну, тогда держись, тогда Бог будет тебя как бы испытывать и менять тебя, да. И Елисей, который, понимаете, видит, да, он им не говорит то, что это вы плохо в этом городе, это вы воду испортили там, да, и так далее. То есть он просто решает эту проблему, бросает в нее соль. И здесь есть тоже интересные духовные символы, которые можно однажды как-нибудь рассматривать, да, то, что Иисус сказал, вы соль земли. Правильно или нет? Другими словами, это команда Иисуса, которую Бог начинает поднимать,
как бы, да, истинная церковь на земле, когда Бог начнет поднимать вот эту истинную церковь на земле, которая будет действительно настоящей командой Иисуса, это будет солью для этой земли, для этой воды, которая исцелит эту воду. Вода – это, другими словами, тоже проповедь Слова Божьего, да? И сейчас я знаю, что во многих церквях действительно, ну, есть проблемы с этим, да? Есть проповедь, но не факт, что люди растут от этой проповеди. Не факт, что люди действительно оживают от этой проповеди. Вода тоже может быть испорченной. Поэтому вот мы видим, как вот Елисей меняет эту ситуацию. Вот. Или Елисей тоже вот делает такое чудо однажды, когда его там написано, пророки позвали, сказали, ну пойдем с нами, мы пойдем рубить дерева там к реке. И написано, позвали его с собой, и он пошел. И там кто-то топор уронил, помните, в воду, и он бросил кусок дерева в воду, и топор всплыл. Тоже, да, то есть мы видим вот это вот служение Елисея, что он направлен на созидание, что он направлен на решение вот этих задач, вот этих вот проблем человеческих, да, вот, то есть, ну, мы видим вот это вот, и то, что он даже идет с ними работать, понимаете, они идут работать, он идет с ними тоже, ну, не посмотреть же, тоже работать, правильно, они же его позвали, то есть, ну, другими словами, вот это вот, как бы христианство, которое, ну, не просто вот ходит и там духоманит, да, то есть христианство такое, которое само работает, понимаете, и служителя, которые тоже работают, и они вот, все, рубят там дерева, но решают, опять же, да, когда мы видим, что Бог вмешивается, вот Иисус вмешивается вот в эти нужды человеческие. Да, мы видим служение Иисуса, оно тоже вот пропитано именно таким духом, отвечать на нужды людей, правильно или нет? Когда Он покормил, кормил людей, исцелял их, воскрешал там, да, и так далее. Потом вот это вот тоже разница в отношении к власти. То есть как взаимодействие с властью происходит. То есть мы видим Илия, вот он бежал, помните, да, перед царем. Другими словами, это как такой дух, который, ну, хочет контактировать прям вот, ну, с властью, так и может быть даже мериться с властью, властью. Понимаете ли они? Духовной властью. Влиять духовной властью на власть человеческую. Ну, как бы вот показывает, что ему это интересно, что ему это, ну, как бы вот, ну, важно, да, и вот это я такие символы вижу, когда он бежит перед колесницей Ахава, то есть, показывая, вот царь, смотри, другими словами, да, я примерно то же самое вижу в служении Иоанна, когда Иоанн, куда, ну, помните, где Иоанну отрубили голову? Ему отрубили голову во дворце Ирода. Да? То есть, другими словами, Иоанн лезет вот туда, то есть для него вот этот вот уровень духовности связан с вот этой возможностью влиять на царя. Понимаете, как бы вот обличать царя, создать давление царю. И мы видим, что это ни к чему не приходит, не приводит. Это только приводит к чему? К самоубийству, на самом деле. Ну, другими словами, да, я вот как раз, да, если Илия, он попросил тоже смерти, другими словами, да, попытался покончить жизнь самоубийством, то Иоанн Креститель примерно делает такие же шаги. Когда он начинает при всех, написано, обличать царя, что тот неправильно живет, делать ему как бы давление, он лишается своей головы. Правильно или нет? Ну, размышляйте. Пока выводов делать не будем, но я говорю о том, это говорится о видении, куда движется церковь, именно вот пик вот этой. Потому что мы видим, например, как реагирует Иисус, когда встречается с Иродом. Помните или нет? Он вообще с ним не разговаривает. Написано, Ирод пытался с ним поговорить, потому что он так хотел его увидеть, увидеть какое-то знамение, чудо там и так далее. Написано, что Иисус, он просто не разговаривает с ним, и все. Написано, Иисус ничего не отвечал ему. Вообще. Полный игнор. Просто неинтересно ему вообще. Понимаете, вот этот Ирод и не обличал его там ни в грехах, ни в чем. То есть все, он для него уже как бы неинтересен. Я также вижу, поступает примерно Елисей, который тоже не реагирует. Вот, все любят эту историю с Нейманом, смотреть, как там Нейман
знаете, да, Нейман сирийец, который к нему пришел за исцелением. А вы представьте, что это была такая задача для Елисея, как для пророка государственного масштаба, если честно. Потому что этот Нейман – это главный военкомандующий у сириян, который тогда, вот, ну, грубо говоря, была самая мощная империя, которая вот, по-любому, ну, могла и на Израиль влиять. И, ну, то есть это очень серьезные... Они не всегда были врагами, но серьезные проблемы могли оказать израильтянам. И вот Нейман узнает о том, что есть пророк в Израиле, идет с подарками, с многими. Сначала к царю написано приходит. И там написано, что царь говорит этому Елисею, что давай обязательно надо сделать, там, разрулить вот эту вот ситуацию. Да? И вот, вот такая ситуация создается перед Елисеем. Я вот однажды так размышлял, думаю, как экзамен такой, да, вот справишься ты здесь или не справишься, как здесь поступить, в каком духе действовать, да, в каком образе действовать. И мы видим вот, что у Неймана был определенный образ, когда Елисей, он написано, даже не вышел к нему, послал слугу своему к нему. Представляете, то есть как действовать? Прямо как Иисус, полный игнор просто. То есть приходит высокопоставленный чиновник, который там, ну, вообще, да, и к нему нужно выйти, создать это шоу, руки положить, там, да, вот это вот все. И написано, Елисей даже не выходит к нему, просто скажи ему, что пусть он в Иордане 7 раз. А Иордан — это такая речушка с мутной водой, грязная, что тот был в шоке вообще, когда ему это сказали. Он говорит, я думал, что он выйдет ко мне, призовет имя своего Бога, там, возложит на меня свои руки, а он мне говорит искупаться в Иордане, да у нас там реки намного круче, чем здесь, мне какой-то Иордан, и все, он уже собрался уходить оттуда. Ладно, там был слуга, который говорит, слушай, ну ладно, какая разница, шли сюда так долго, сказали тебе сделать это, попробуй сделай это. И он пробует, и это происходит. Другими словами, мы видим вот это, что я здесь вижу, вот это вот понимание, от кого происходит исцеление, вот это вот, ну, это вот другой дух, в котором церковь должна научиться двигаться. Это полнота духа, которая, чтобы церковь, она, ну, не желала вот этого вот контакта с властью, с миром, именно вот в таком духе, чтобы там вот влиять, руководить, обличать там и так далее, понимаете? Но именно вот в таком духе, чтобы власть пришла, ну там, да, она пришла, и к ней точно такое же отношение, как к обычному человеку. Понимаете, то есть, да, и это примерно вот это вот дух Нового Завета, который, вот знаете, вот это вот всеми изъезженное место, когда написано, что придет к вам кто-то в ваше собрание важный, да, и вы его не сажаете на первое место, потому что он важный, да, а этого, который не важный, скажи, встань там, да, то есть нам показывает, что отношение должно быть такое, потому что на самом деле, ну, есть Бог, понимаете, есть Бог, и все от Бога, и исцеление от Бога, если Бог захочет исцелить, Он его исцелит. А если Бог не захочет исцелить, какая разница, что будет делать пророк? Поэтому я однажды слышал недавно одну проповедь, где человек классифицировал как бы вот христианство на две части, и он говорит, что есть люди, которые движимы небом. И он это поставил на ступеньку ниже немножко и говорит, но есть люди, которые двигают небо, да, которые, ну, вот по своей молитве. Вот я, ну, вот судя из этих примеров, и он как бы вот сказал, что круче двигать небо, круче. И, но я из этих примеров вижу, что круче по-настоящему быть движимым небом, то есть быть движимым духом Бога полнотой, потому что вот я вижу, как Илия, из-за того, что у него нет этой полноты духа, нет полноты видения, это просто вот, ну, он именно только может быть тем, кто он есть, он только для того, чтобы для определенной работы. Вы понимаете, что тут не проблема в чем-то Илии, да, не проблема в чем-то Иоанна Крестителя, это просто вот, ну, разница времени, разница служения, и все познается в сравнении, то, что я хочу сегодня сказать. Поэтому я вот во что я верю, в то, что если, ну, я верю, что если Бог начинает открывать сейчас такие вещи, потому что для меня это что-то новое, столкнуться именно с этим, что вот эта двойная порция духа, да, двойная порция духа, это не количественное изменение, это качественный переход. Понимаете или нет? Чуть-чуть вы зацепили или нет? Это просто другое видение, другой подход к решению проблем. Понимаете, это другой дух.
Это намного эффективнее, это намного сильнее и намного приятнее, и намного безопаснее. Потому что вот, ну, если, опять же, я описал вам жизнь пророка Илии, да, небо закрыл, прятался, пророков рубил, этих сжигал, Бог забери меня и так далее. То есть, ну, это такое серьезное, сильное такое вот противостояние, то я вижу, что вот жизнь пророка Елисея, если мы ее будем смотреть как прообраз пришествия Христа, она как будто другая. Вот я не вижу уже там вот этих противостояний, я не вижу уже этих давлений. Вы знаете, вот там действительно, там еще одна такая ситуация была, когда пришли враги и окружили город самарийский, не помню какой это тоже, и в осаде был город долгое время. И написано, что царь даже послал к Елисею своих слуг, разозленный именно на Елисея, якобы Елисей виноват. Там, знаете, в чем еще ситуация заключалась? Помните вот этих людей, которых отпустил Елисей, которых они не убили? Это были вот сирийцы. И написано, что те сирийцы, которых вот уже не атаковали, но там были еще другие сирийцы, другие там племена или кто-то, которые его все равно пришли атаковать. И я не знаю, я так думаю, что там вот царь пришел именно вот на пророка наезжать, на Елисея, что, ну, как бы угрожать ему даже, что ты виноват во всем этом и так далее. И Елисей, знаете, что, вот он не борется ни с царем, ни с чем. Знаете, что он что говорит? Он начинает пророчествовать такие вещи. Он говорит, я вам говорю, что завтра две меры муки будут стоить 3 копейки, и две там чего-то будут стоить еще чего-то. То есть, а там проблема была, что город был в осаде, и они там вообще уже друг друга, наверное, есть начали. То там ни воды, ни еды, ничего вообще. И вот, ну, очень жесткая ситуация. И вы представляете, то есть, что это значит? Это вот дух Елисея, который вот, ну, дает ему вот это вот, да, ему создают давление, что ты виноват, а он говорит, да завтра все по-другому уже будет. И вот этот человек, которого прислали к Елисею, вот это все, ну, сказать ему, спросить, он говорит, да если Бог завтра окна откроет с неба, то навряд ли это будет вообще. То есть там ситуация выглядела вообще никак не разрулимой. То есть как бы город и вот это вот сирийцы, которые вокруг со своими, все, они даже до завтра уйти не успеют. Понимаете, если даже захотят уйти, но они точно не захотят уйти. Поэтому этот человек, он говорит, да если даже окна Бог откроет завтра с неба, то навряд ли будет так, как ты говоришь. Ему Елисей говорит, ты это видеть будешь, но вкушать это не будешь. И там происходит такая ситуация, что, это, помните, 4 прокаженных, которые тоже умирали от голода, и они говорят, пойдем мы в стан сирийский, убьют, ну, хоть, может, поесть дадут, но прокаженные, нам все равно, нам терять нечего. И они туда приходят, а там вообще никого нет. Потому что этим сириянам ночью показалось, что на них большая армия пошла, что там кто-то царей позвал. И они просто все убежали, побросав вообще все, кучу еды, кучу там всего. Они, эти прокаженные, давай там быстрее все собирать, прятать там, есть там и так далее. Потом такие до них доходят, они говорят, слушай, ну там же у нас вообще все голодают, пойдем нашим расскажем, пусть придут тоже. Ну и все, они все приходят, приходят, рассказывают, народ приходит и реально там вот. И вот с этим человеком происходит то, что вот этот человек, который не поверил, да, который говорит, да если даже Бог окна откроет, его толпа, написано, что когда толпа ломанулась там, то ли туда, то ли обратно, я не помню, его просто это раздавили люди, короче, вот он на все это смотрел, и написано, что ну вот так вот сбылось слово пророка Елисея, который так все сказал, что ты будешь видеть, но есть не будешь. Я о чем говорю? О духе. О духе, о пророчестве, а именно о состоянии, о видении, о том, чтобы мы поняли, какого мы должны быть духа. Как мы должны пророчествовать, как мы должны двигаться, в принципе, в будущем, как церковь, и какой церковью, по какому образу мы хотим быть. Потому что, ну вот я верю в это, и как бы я увидел, что движение церкви должно быть такое же, как мы видим в Новом Завете. То есть сначала приходит Иоанн Креститель, и это друг жениха. Понимаете или нет? Это друг жениха, это не жених. Но друг жениха же, он точно такой же, как жених. Ну, похожий, правильно или нет? Друг жениха. Он, ну, в принципе, вот мы сейчас станем два, да, один жених, другой друг. И сказать можно будет там либо только там, либо по одежде, либо по тому, что сам каждый скажет.
Понимаете? Поэтому однажды Иоанна Крестителя спросили: «Ты кто?» И там так написано интересно, что он не отрекся. Написано, он не отрекся и сказал: «Я не Христос». Понимаете, вот это важный момент, который мы должны понять, что церковь, она может тоже так же иногда принадлежать или ходить вот в этом духе друга-жениха. Понимаете или не понимаете? И мы можем вот в своем духе принадлежать, вот именно неполнота, она будет вот так отражаться на нас. То есть мы видим или раздражен, периодически депрессия, усталость, забери меня и так далее. Хотя много духовных моментов, когда, хотя он помазанник там и так далее. И другой вот образ, тоже связанный с ними, это сам дух. Вы помните, когда Иисус крестился, написано, Иоанн Креститель его крестил, и написано, Иисус вышел из воды, и там написано вот в Матфеи, 3 глава, я сейчас вам прочитаю, 3 глава, 16 стих. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и сие отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И сие глас с небес глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Мы так это место Писания, ну вот, раньше читали много раз, да, я никогда не думал, что там так много скрыто, вот в этом моменте, именно определенных таких моментов, которые обязательно нужно разделить, которые нужно понять. Потому что здесь написано, что крестившись Иисус тотчас вышел из воды. Это другая проповедь, которую, может быть, даже не одна, которую мы тоже должны, ну, понять, осознать, что Иисус выходит из воды. Он крестится в крещении Иоанна, но Он выходит из воды. Он становится учеником Иоанна Крестителя, но Он выходит из ученичества Иоанна Крестителя. Точно так же, как Он однажды забирает учеников Иоанна Крестителя у Него. Но там написано, что «и все отверзлись ему небеса», и тут написано «и увидел Иоанн Духа Божия, как голубя, спускающегося на него». И вот этот прообраз разницы духа. То есть это было откровение для Иоанна, потому что здесь написано «Иоанн увидел Духа Божия, как голубя». Понимаете? То есть вот Духа как голубя – это то, что как раз не было у Иоанна. Потому что вот этот Дух Христов, это Дух как голубя. Кто такие голуби, да? То есть помните, Иисус говорит: «Будьте мудры, как змеи, простодушны, как голуби». Голубь – это вот это птица мира, это птица кротости, да? Это птица простодушия, это другой дух. Если вы посмотрите, вот это вот с голубями, здесь очень интересная штука, с голубями и с воронами. Вам домашнее задание, хотите поразмышлять? Я еще не дошел до этого, в чем там разница, но если вы посмотрите, что Илию кормили вороны, они ему таскали мясо там и так далее, да? На Иисуса спускается дух в виде голубя, да? Даже не в виде, а духа как голубя. То есть это как, ну, это другое откровение, это другой дух, это дух Христа, это дух полноты. Понимаете, вроде как, да, может быть, кто-то ждет духа как орел, да, или как огонь, или как еще что-то, но здесь дух в виде голубя, спускающийся, да, и пребывающий. И тоже разница, которая была сказана Иоанну, она была сказана так, что он говорит: «Меня Бог послал крестить и сказал, на ком увидишь духа, сходящего на него, и...» Помните, что было дальше сказано? «И пребывающего на нем, тот и есть крестящий духом». То есть Иоанн ожидал после себя нечто большее, нечто более полное, более сильное. Он знал, у него было это откровение как пророчество, но он не знал, как будет выглядеть этот дух. Понимаете, он не знал этого духа, ему не открыто. И вот это для него откровение, что он увидел духа как голубя. Потому что, опять же, очень интересный вот этот символизм, где мы с этим встречаемся, это опять мы возвращаемся к Илии. Когда Илия вот убегает от того, что Иезавель пообещала его убить, и прибегает в пещеру, и там написано, что Бог
говорит ему, встань у подножия, помните, в скале. И вот это вот присутствие Божие, которое люди любят, много раз проповедуют на эту тему, где написано, и был сильный ветер с градом, да, но написано, не в ветре Господь. И был землетрясение сильное, написано, но не в землетрясении Господь. И был огонь мощный там туда-сюда, и дым, но не в огне Господь. И что потом? И тихое веяние. И написано, и Илия вышел и закрыл лицо ладонями, там, я не знаю, или милостью своей, не помню. Но вот, вот это вот и есть, то есть, что Бог знакомит его с собой, со своим духом. Точно так же, как Бог знакомит Иоанна Крестителя с Христом, тоже вот в виде духа, как голубя, который это откровение, понимаете? И это именно переход. Я здесь вижу именно вот этот вот переход христианства, в полноту христианства, когда мы осознаем, когда мы поймем, когда мы перестанем ждать Бога, как сильный ветер, как огонь, как землетрясение, как какое-то давление, как страх, как гора огнем пышущая там и так далее. Понимаете, для меня вот это вот, то, что происходит там с Илией, огонь, ветер, град, землетрясение, это представление самого Илии, как выглядит Бог. Понимаете, что такое полнота Духа Божьего. Поэтому здесь я вам обещал, что тема будет не для всех понятна. И не все поймут, как ее применить сразу в духовной жизни. Но мы должны понять, какого мы духа на практике. И когда мы поймем, когда к нам будет подкатывать это желание, точно так же, как у учеников, поступить с Самарией, там, да, проявить гнев, проявить там страх, начать присмыкаться там перед властью. Я не знаю, в каких моментах мы увидим, как к нам придет, что нам на практике конкретно нужно будет делать, но мы должны, ну, как бы вот именно на разнице того, какой дух мы видим во Христе. Понимаете? И тогда вот у нас есть шанс на самом деле стать командой Христа, именно вот на этой разнице, осознав, что вот времена неведения, они заканчиваются. Времена вот этого Иоанна Крестителя, да, времена вот этих вот отдельных помазанников, которые, да, делали вот эти, как бы, вот такие великие вещи, да, одни, грубо говоря, да, потому что есть очень много интересных моментов, если мы рассмотрим Иоанна Крестителя и Иисуса, как они по-разному строят служение свое, да, мы увидим, как нам самим двигаться в христианстве, в церкви, что нам делать, в каком духе нам пребывать. И еще такой интересный момент произошел с Елисеем, это было первое. Я специально не стал его говорить в начале, для того, чтобы вас подготовить вот именно к этой разнице. Вы уловили чуть разницу, нет? Мне удалось вам две картины нарисовать. Потому что я бы хотел, чтобы вы увидели вот эту картину Илии, картину Иоанна Крестителя и картину Елисея, как прообраз Христа. То есть я верю даже, что сам Христос черпает свое откровение, как ему двигаться. Понимаете, вот в тот момент понимает, то есть он и в духе понимает, он и конкретно понимает, что ему делать. Потому что Христос тоже двигался через откровение, он должен был находить себя в Писании и делать выводы. И мы как церковь его, если мы хотим быть церковью его, должны тоже сделать эти выводы и начать двигаться этим его духом, чтобы мы уже знали, какого мы духа, понимаете? Это именно должно быть применяемо на практике. И если мы видим Елисея таким вот добреньким, да, вот, да, вроде как, да, везде решающим нужды, однажды он сделал очень жесткую, не он, а Бог через него делает очень жесткую вещь. Если ее вот сейчас без комментариев вам озвучить, она не вообще непонятная. Когда написано, вот Илия, он только получил этого духа, и он шел, и написано, и вышли малые дети, и начали смеяться над ним. Плешивый, плешивый, уходи, плешивый. И смеялись над ним. И написано, что Илия проклял их. И вышли две медведицы из леса, написано. И разорвали 42 ребенка. Понимаете? То есть, вот, если бы я вам вначале рассказал, то была бы картина совершенно обратная. Да? Кто еще жестче, да? Чей дух. Но
я здесь вижу символы определенные, что вот именно Дух Христову, против чего восстает Дух Христа. Вот эта полнота Духа Христа против чего восстает? Знаете, против чего? Против младенческого христианства, против плотского христианства, против вот этого детского понимания духовных вещей. То есть, потому что детское и младенческое христианство, оно не способно увидеть на самом деле Христа. Понимаете, оно идет против Христа, оно смеется над этим. Для нее это, ну, кто это, что это вообще? Что это за, да, за дела вообще? Вот у нас были дела там, да, и так далее. Я не знаю, но вот я здесь вижу такой символ, то, что это то, что пишет в Евреях, в 6 главе Павел, говорит, когда, ну, то, что, ну, надо перестать уже быть младенцами. То в другом месте Павел говорит, разве не младенцы вы, разве не плотские вы? Понимаете, то есть он сравнивает младенчество с плотскими. Поэтому вот это вот проблема, и на самом деле это то, с чего в принципе начинает Елисей. Понимаете, это первое, что как бы произошло. Он разбирается с этим младенчеством в церкви. Он разбирается вот с этим вот, как бы вот противостоянием младенцев, духовных младенцев самому Христу. Понимаете или нет? Вы знаете, что Иоанн Креститель, он в конце своей карьеры стал противостоять Христу? Можете это вообще в это поверить? А я вам скажу, что это факт. Потому что Иоанн Креститель написано, когда был в тюрьме, он посылает учеников своих к Христу и скажет, а ты ли тот, который должен прийти? Понимаете, он смеется над Христом. Он подкалывает Христа. Он, я не знаю, из-за своих, наверное, там проблем, он там ходил, но он не видит силы в Христе. Это серьезно. И так поступает, понимаете, он так поступает, вот это вот, когда, если церковь будет долго задерживаться в своем духовном развитии, вот в этом духе неполного духа, да, Божьего, Божий дух. Понимаете, дела Божьи. Бог послал Иоанна Крестителя, Бог посылал Илию. Но вот эта неполнота в итоге приводит к таким проблемам, которые начинают противостоять самому Христу, самому движению Бога. Вы представляете, что он его спросил? Вы просто не представляете, что он его спросил. А ты ли тот, который должен прийти? Я не знаю, вы можете вы это ощутить, насколько это больно было Христу слышать от Иоанна Крестителя. Представляете, Вы можете этот шепот, я этот шепот понимаю, чей? Вы не узнаете, чей шепот? А если ты Сын Божий, сбросься со скалы. Не его ли это голос? Понимаете или нет? И Христос здесь, в этой ситуации, не может действовать так, как он действует с Петром. Отойди от меня, сатана. Понимаете, не может он, потому что он не может сказать, что это сатана, потому что, ну, Иоанн Креститель от Бога, Иоанн Креститель сделал великие вещи, все знают, что Иоанн Креститель от Бога, но в этот момент через него говорит кто? Кто через него говорит? Давайте будем искренними. Верите вы в это, не верите, но это действительно так. Поэтому, если вовремя не произойдет переход, если мы задержимся в этом слишком надолго. И самая ужасная вещь, что Иоанн Креститель, он испортил учеников. Понимаете или нет? В начале своей карьеры он отдает своих учеников Христу. И говоря, вот Агнец Божий. И написано, ученики оставили его и последовали за Христом. Оставили Иоанна Крестителя. Это серьезный шаг для учеников. Но пошли за Христом. Но это было правильное развитие событий. Но вы представляете, куда посылает Иоанн Креститель своих последних учеников из тюрьмы? Вот Иисус посылал своих учеников на проповедь, на исцеление, на, да, бесов изгонять. А Иоанн Креститель куда посылает? Куда посылает Иоанн Креститель? Скажите мне. Против Христа. Понимаете? Против Христа. И Христу я... Не знаю, я в духе это понимаю. Я думаю, что Христу больно было это осознать. Поэтому Христос, он говорит, что не было больше мужа, чем Иоанн Креститель, рожденного женой. Но дальше он продолжает. Но всякий, меньший, в царстве больше, Божьем больше него.
Понимаете? Поэтому вот, ну, такая немножко драма, да, такая данность вещей, но это реальность в христианских, как бы вот в христианском мире, в духовном мире, вот такая реальность. То, что один он просто должен подготовить свою работу, и, в принципе, его цель была вовремя уйти. Я не хотел сегодня много об этом говорить, мы еще об этом поговорим когда-нибудь, потому что это немножко разные вещи. Но я уже буду заканчивать. Я бы хотел, чтобы вы просто вот постарались дома, если вам интересно это, перечитайте Третью Царство. Там, по-моему, в Четвертый Царство тоже это все переходит. Где вот эта история про Илию и Елисея. И я бы не хотел сейчас, я вам просто нарисовал это сейчас. Я бы хотел, чтобы вы справились с этим и не начали осуждать там Илию, Иоанна Крестителя. Потому что это, ну, крутые, очень крутые люди Божьи. И, ну, чтобы мы поняли, что какого духа нам нужно быть, куда нам нужно двигаться, что хотим ли мы сами полноты, хотим ли мы быть церковью Христа или просто вот этим промежуточной церковью, которая как бы вот в ожидании еще, да, когда Христос придет. Хотим ли мы быть в команде? Хотим ли мы быть промежуточным или в настоящем? И вообще дерзнем ли мы просто об этом мечтать? Я понимаю, что я вас сейчас подталкиваю к серьезным вещам, но вы знаете, христианство это очень серьезная вещь, что христианство это не просто ходить в церковь, не курить, не пить, и так далее. Это намного сильнее, намного мощнее, намного интересней и, ну, действительно серьезно. Поэтому и не каждый как бы захочет в это двигаться, когда поймет, что это такое. Поэтому двойной дух, как вывод, как резюмируем, двойной дух – это не количественное увеличение духа, не вот больше силы, а это качественное изменение видения, это другое видение, это другое состояние, другое мышление, другой подход, другая система отсчета. Понимаете или нет? Другая, по-другому. Это точно так же, как то, что я сегодня вначале говорил, в нашем представлении, что Солнце крутится вокруг Земли. И мы это видим и говорим, ну вот же посмотри. Правильно или нет? Ну вот же посмотри, ну Солнце же вокруг нас крутится, ты что, дурак? А кто-то в духе понял и понимает, что это не Солнце вокруг Земли, а что это Земля вокруг Солнца. И это разные вещи, это разные принципы, это разное видение. И это должно вот, действительно нам дать силу, дать уверенность, дать любовь, понимаете? То, что сила Духа Христа – это любовь, понимаете? Это любовь, это не страх. Это не давление, как у Илии, да? Это не вот, ну, война, а это, ну, Христос. Но Христос приходит к подготовленной по платформе. Поэтому я бы хотел видеть, что платформа, верить, что платформа подготовлена. Что, может быть, настало время, на самом деле, уже для вас того, чтобы встала Церковь Христа. Для того, чтобы вот эта команда Христа начала собираться. Для того, чтобы уже вот произошло вот это вот разделение и перераспределение. Поэтому все от нас зависит. Пусть вас Бог благословит. Размышляйте тоже над этим. И не сомневайтесь. Именно вот не поддайтесь вот этим сомнениям. Знаете, они такие, а ты ли тот, который должен прийти? А ты ли тот? Представляете, он его сам. Ты агнец Божий, он знал, все видел, и по откровению, но когда уже в нем нехватка Божьего Духа, нехватка откровения, он говорит, а ты ли тот, который должен прийти? Поэтому, а ты ли тот? Хочешь ли ты быть тем? Это тоже к тебе относится. Хочешь ли ты просто слушать проповеди в своей жизни, и чтобы просто вот что-нибудь купить? Я не знаю, что там, чем мы живем все. Но, может быть, хочешь быть в команде Христа. Аминь? Аминь. Спасибо. Давайте помолимся. Отец, я благодарю Тебя за Твое Слово.
за то, что ты открываешь нам смыслы твои, Господь, за то, что ты так все создал, Господь, что мы можем увидеть разницу, мы можем сделать выводы, Господь, мы можем исправить какие-то вещи, которые, на которых многие они споткнулись, Господь, которым не было что-то открыто и было просто не время для определенных шагов, Господь. Дай нам двигаться Твоим видением, Отец.